Привет, привет. Опять мы едем по Торонто. Вот. Движение есть. Тоже крупный перекресток такой. Сейчас проедем его. Эпидемическое положение по-прежнему остается неважным. 800, кажется, прирост в день был, последние данные. Ничего они не могут сделать, ля-ля-ля-ля-ля-ля, туда-сюда, но все остается по-прежнему. Несмотря на все ля-ля-ля. Вот. По-прежнему приказ сидеть всем дома, кроме основных работников, но все равно машины все равно едут, что-то там вот мерцает, непонятно что, какие-то такие вот, а нет, вот поворачивай, повернул туда, вот. В общем, все на уровне ля-ля-ля. Бензин 112,9, довольно-таки высокий. Приказано сидеть всем дома, все равно все едут и ходят. В общем, ля-ля-ля-ля-ля-ля, больше ничего. Поэтому все продолжается все так же. Все такой же прирост в день. Ниже 700 пока не опускалось, 700, 800, 900 и выше, так что, да. Все видно, так и будет.
конечно, через некоторое время выйдем. Здесь опять крупный перекресток у нас. Что у нас здесь? Вильсон, да. Здесь крупный перекресток, вот. Полно машин. Приказан дома сидеть, машин полно. Пожалуйста. А так на улице людей действительно нет. Ну, сегодня, в общем, такая рань, суббота, так что особенно и мне и не быть. Ну, в целом, да. В общем-то, пока народу на улице действительно не видно. Ну, вдалеке видна заря немножко. Сейчас скоро повернем на большой, на хайвей. Потихоньку надо перестраиваться сюда. Машина не дает, сволочь. Не дает перестраиваться. Придется дальше перестраиваться. А хотя вот есть место, есть сейчас. Надо все подрулить. Скоро повернем. На 401-ю, главную магистраль Канады, можно сказать. По крайней мере, Онтарио это точно. Да, сейчас повернем туда. На 401-ю. Машин мало, будет все свободная, да? Магистраль. Это на запад, а нам нужно на восток. Мы повернем на восточное направление. Скорая помощь. Полный разворот. И сейчас будем вливаться опять.
машин немного, но есть. Стоят, некоторые ждут на остановке. Не сидится им дома. Бензоколонка Петроканада. Пока-пока.